Видела этих шаболт на ресепшн? Сиськи на стол выпадают, из-под юбки полкурицы торчит. У нас бордель или что? Главное, что клиентам нравится. Вот пусть клиентов и приманивают, а то у нас Димос Катьку всю с ног до головы при всех лапает. Прям трогал? Угу. Надо с ними-то проговорить. И с шалашовками этими. А девочки тут при чем? Это же Дима их трогает. Только не захочет, кобель не вскочит. Маш, вам в парикмахерской про харассмент ничего не рассказывали? Ты женщина и можешь надевать, что хочешь. Никакому мужику это не дает права хватать тебя за грудь. Ага. Ну, с девками я тебе снова поговорю. Ты с Димой поговори, чтобы руки не распускал. А девочкам я про харассмент разложу.